Ну что ж, среди всех моих видеороликов на канале, самым популярным оказался, как я попался против зонга. Пишу тебя обрадовать, прямо сейчас ты узришь вторую часть, как я играл против зонга в PUBG Mobile. Вот убило на трезубцем! Ну давай пофайтимся! Да кому ты нужен с этими файтами? Да отстань! Сука, ты не, я тебя не могу увидеть! Все как обычно, 30 тысяч лайков, и я выпускаю третью часть, как я сыграл против зонга в новом обновлении. Маленький. Бро, видишь, какой я титул над моей головой? У меня новая любовь. Ты мне извиняешь. Так, а чё? Так нам нужно развалить друг друга, ты хочешь сказать? Тебе нужно стать раком, а я тебя должен трахать. Вот и все. Окей, бро, спорим, я сейчас кабину сломаю на первом же. Ты ничего мне не сделаешь. Все, Санечка, ты умрешь. Я упал. Уже начинаются отмазки. Что он там куда-то как-то плохо упал. Нормально ты уже там даешь, да? Так, бро, мне чё, страшно? Минус 2, уху! Санечка, как у тебя дела? Тихо! Небольшие проблемки. Где же Санечка? Гандун, он на выезде! Бро, ну ты попал! Я отсюда не вылезу же теперь! Это самое чмо, которое на вышке сидит! Серьезно? Дай мне убежать, но это не честно! А, просишь меня, да? Бро, на табачи плывет! Слушай, я докину? Я докину до тебя? Ты что, ушел? Не знаю. Ты чё? Чё? Ты ёбаная! Пошел нахуй, секунд. Все равно ты от меня не сбежишь. Не, не. Итог один, ты отсосешь. Жаль мне тебя, жаль маленького, жаль. Слыка убил тот. Дедулю убил. Маленький. Я какая-то водная залупа. Бро, у меня каски нету. Я тебе не бро в этой катке. Мне чебурек дороже тебя. Представляю вашему вниманию сервис KupiGold. Здесь вы можете пополнить баланс мобильных игр по самым низким ценам на рынке. KupiCode – это целая игровая экосистема для надежного и безопасного пополнения своего баланса. Ребята делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турниры. Пополнение приходит всего в пару кликов. Легко, дешево и безопасно. Тебе нужно просто ввести свой ID, а затем использовать мой личный промокод, по которому ты получаешь скидку и UC-шки на баланс. Также рекомендую зарегаться через ВК или Телегу, чтобы получать дополнительные бонусы, ведь их можно копить и оплачивать покупки. Ссылку на сайт я оставил в описании и закрепленном комментарии. Ты же знаешь, что ты сейчас в ротик маленький так возьмешь? Это не знаешь где, это не знаешь где, не знаешь где. Моя задача не дать тебе забрать вторую жизнь. А в ротик забрать хочешь? Сегодня только ты берешь. Бро, это ты на скате? Нет. На каком скате? Он скоряка стреляет. Ты где, маленький мой, любименький? А ты мне скажешь, где ты? Я контролю чела, который находится в нижней какой-то музее, такой маленький, небольшой. Спасибо за инфу, маленький. А что с трезубцем? Расскажи мне, брачу. Ты ближе к трезубцу. Что с ним? Нормально, все, у тебя что? Какой-то бот, он над трезубцем висел. В смысле, тебя убили? Там крыса над трезубцем. Я его убил. Ой, меня чем убило. Дай мне вторую жизнь, пожалуйста. Когда прилетишь, я охраняю пока это место. Так, я надеюсь, что я не сдох. Стой, дай мне жизнь, и мы разойдемся. Хорошо, хорошо. Все, я иду, я уже здесь. Захожу. Бро, пожалуйста, бро. Блин, это ты на скате? Блин, пощади. Все, оставят меня упыть. Где-то сейчас сидят, типа, понимаешь, в чем прикол? Ой-ой, появился кракен, бро. Да отстань, блин. Я везде, я повсюду. Все, я уебу мне. Какую вышку? У меня чел в телепорт прыгнул. Я в телепорт. Я ушел. А, я наверху. Куда я? Стой. Все, я лечу. Бро, а на реслке ты? Нет. Я лечу на реслку. Это ты типа сбрил нас, Катя? Он по мне стреляет. Это ты! Умерь! Все, пошел в жопу! Отстань от меня на... Отстань! Засало, уходи, засало! Это сало засало и улетает от меня! У меня джойстик, блядь, отпускается! Вот джойстик отпускается, маленький, поплачь! У меня чел где-то плавает. И его тиммейт уже наружу выплыл, оказывается. Бро, а что со скатом? Он в одно направление... У меня лагает скат. О,
видел, что только что было. У меня тупо тип сверху вывалился с небес. У меня на горе рожка тут пиздец. Спасибо за информацию, где ты находишься. Водопорочка, значит, да, мой хороший. Тихо, маленький, тихо. Не знаю, бро, не знаю. Появился кто-то лутает. Ну все, настал бро, час. Нет, пожалуйста. Да. Тихо, маленький. На крышу просто. Ты склада моего забрал! Скло маленькое, вонючее, никому не нужно, иди сюда. Отстань от меня, отстань от меня. Не-не-не-не, это смерть для себя. Ой, ты стопнулся чуть-чуть, да, говорят? Ты что, скат я люблю? Да, тихо, у меня перезарядка. Джойстик постоянно стопается, я прям это вижу. Почему у тебя джойстик стопается? Ой, вот это хороший. Нет? Где ты? Блять! А стоп, а я все живу! Ты на каютку завалился? Да, и да, я думаю, ты выживешь. Какой... мразь, мразь! 7 мегабайт, с вами Степан Байт! Все, завали. Мне страшно это слышать. Килобайт, с вами Степан Байт. Все, перестань. Это ужас. 7 гигабайт, с вами Степан Байт. Знаешь, сколько можно? А у тебя жизнь, да, еще одна есть? Да, я же резко. А, сейчас второй раз сейчас отсосешь мне. Ну а что, я должен второй раз отсосать? Я заплачу. А, ты здесь. Это другой диалог. Нужно было с этого и начинать. Мне бы главное где-нибудь лутик бы залутить. Бро, я такую пушку против тебя взял. Это просто все. Какую? ДБС? ДСР. Это что? Ты узнаешь, ты почувствуешь, что она делает с такими, как ты. ДЦП? У меня двойку. Ямал меня, он меня шмаляет. Бро, на меня сейчас МГшкой. Ты что, лох? Ты отсосешь? Исключено, исключено, исключено. Сосать на талант. Ай, хорошо, как? Я что-то с МГшку типа заберу. Какой ты везучий, блин. Чё, это скилл, какое везение? Добро, у меня еще и МГшка. Тебе нужно какой-то дробовик находить, не иначе. Так, ну бро, я, значит, тебя только убью на крысичах, поэтому готовься. В смысле на крысичах, ты что, мразь? Ну, на крысичах тебя только шлепну. Какого художника? Ема, я двойку вижу жесткую. Мне такая позиция идеальна, чтобы... Бам! Второй! Бам! Ты что, меня видишь? Что за звуки какие-то странные? Жена, я... Бро, у них МКшки! Хорошо было. Я вижу какого-то ската на трехэтажке. Я вижу какого-то ската на трехэтажке. И у меня не перезаряженная МГшка. Это ты? Это я. Отвечаешь? Это я, да. Врёшь, это не ты. Да если был бы ты бы вышел и отобрал бы. Ты бы не дал бы своего ската. Бегает рядом за забор. Кто внутри заправки бегает? Да сдохни! Боже, типы просто не умирают. Ты в киткате, маленький? Маленький, ты в киткате? Я тебе не скажу, мой маленький. Я вижу чью-то машину. Бентли. Фиолетовая. По-моему, у тебя фиолетовая Бентли, если не ошибаюсь. Что, меня? Какая? Фиолетовая Бентли. Да быть не может. Маленький. Я знаю, где ты. Сань, ты где? Сань, это не какая-то не такая игра, ёб твою мать. Я знаю, где ты. Ну выйди, как мужик, драться. Я знаю, где ты. Стрельни один раз сейчас на мужика. Один раз. Нет. На мужика стрельни. Нет. Стрельни на мужика. На мужика стрельни. Нахуй. Скажи мне, ты дроп видишь? Какой? Тройка бежит на дроп. На туре? Ебать их там! Ты их видишь? Я видишь их. Двойка почему-то, я наказал стройка сначала. Бро, тебя в спину целят. Я тебе спину спас, долбоеб. Какую спину? Где? Оу, ема, я дал челу очень жесткую. Бро, тебя в спину целились. Кто? Да я не попадаю с этого. Получил? Ты конченый. Я знаю, где ты находишься. Пикапзда, маленький мой. Не надо. Дядя, не надо. Будка на как на водной пушке летит. Ног на одного. Ой, молодец. Забрал. Еще Ласа, Саса, и мы с тобой вдвоем. Давай на сковородках, как мы мужчины, давай. Ласову убьем и на сковородках. У кого-то минус колесо на машине. Ты че, охуел? У кого-то минус колесо на машине. Ты что, блядь, мне колесо сломал, блядь? Бедная, это Жинка. Не трогай ее. Не трогать ее?
Бро, у меня не регает голова! У меня не регает голова у нее! Че, бро, давай на сковородках! Давай, выходи. Пошел ты! Выходи на мужика драться на сковородках! Да, делать мне не... Ой-ой-ой, да что ты делаешь? Тебе как будто бы... Только давай бы... без хае, окей? Без хае. Без хае. Окей. У меня нет хаеша, кстати, чтобы тебе закинуть. Я в тебя стреляю? Блин, да ты охуел! Давай на сковородках, что ты... Ты просто крыса, это третий, это третий. Ты крыса ебучая, блин. Это я, чё крыса, блядь, а кто хаешку сейчас бросил? Поразвод накидает. Я успел кинуть, ну! Ладно, у меня есть против тебя применение. Иди ко мне! Папа, не надо! Она сквозь здание смывает. В смысле? В смысле? Она сквозь здание забирает людей. Маленький! Да не надо! Это торнадо твои. Зона. Я не успел дверь закрыть, я как чувствовал. А я думаю, ты на втором или на первом. Мы с тобой без хае договорились, сука, чума. Так ты сам кинул первый. В смысле, я первый кинул, ты меня... Пошел, понял, ты, сука, нечестная б***ь. Боже, как же это было изи. Че, берешь реваншик на следующий матч? Еще один делай, реванш берешь? Давай, хорошо, хорошо. Свою лампочку припери пара этого фильма. Нихера он сильный. О, нихера он. Кто-то кричит: Зонг. Всем cool guys, вас приветствует Александр Зонгович. Ты видишь меня? Бро, я самый первый лечу. Как я могу кого-то видеть? Я самый первый лечу. Я самый первый лечу. Я самый первый лечу. Я самый первый лечу. О, у меня нет оружия. А ты где? Все. Какой вопрос кученый. После фразы у меня нет оружия. Ну ты опять на вышке 100%, да? Чего ты взял? Ты так говоришь, что ты на вышке сидишь? Да. Какое ты чувак конченый. О, чел лохнутый. Сюда, изи. О, ко мне тип пришел убивать, я его убил. Хорош. Какой он залутанный. Да он вообще... Меня убил его тиммейт. Я это видел. Боже, какое чмо. Ты пойдешь мстить? Да, конечно. Только я за три пизды. Ну, похуй. Ну мне это похуй на них, мне главное тебя выебать. А, флайер запустили. Сука, я еду мстить вам. Сейчас я паду на вазик, еду на ивент. Мне самое главное выебать тебя. Остальное мне... Исключено. Да погоди, я еду, да я тебя лучше выебать. А ты резко взял? Бро, маленький. Бро, короче, надо идти забирать жизнь, попытаться каким-то образом, не знаю каким. Я на мэне второй этаж. Где? Это я был! Я специально. Крысу, блядь. В смысле в крысу? Ты знал, где я нахожусь? Да я три зуби возьму. Я его активирую. О! Ты в меня кинул! Ямай вовремя вернулся. Ты же иску взял? Я даже иску взял. Все, я иду беру. Какой? Как-то мы неправильно играем. Да, правильно. Сань, ты где? Я не знаю где. Ты чипа. Я чипа? Может ты чипа? Ты прям такое плохое. А я нахуй? Да у меня джойстик отпускается! Я не могу на ебучем скате летать нахуй. Да отъеб ты, блядь. Короче, я пошел с ивента. Ты как хочешь, удачно оставаться, все дела. Пошел на. Давай, проваливай отсюда. О, наверх кто-то бежит. К сожалению, ты не возродишься его. Ой, какой он. Это такой шами! Это такой сами! Это что-то с чем-то. Классная, бро. А если я так сделаю, бро, что ты будешь делать? Его убил кто-то. Это был чай, его кто-то убил. Все, я выплываю с ивента. Короче, я пошел их трать. Какая чмоня стреляет со спины по мне, а? Кто какая чмоня? Ты о ком? Генерал-шок, типов трак. Ты что, меня за противника даже не считаешь? Ты че, ублюдок? После первой катки уже все понятно было. Вот и все, минус два маленьких чубрика. С кайфом. У тебя же есть вторая жизнь, правильно? Иди нету, сюда. Нет, у меня. У тебя есть вторая жизнь. Нет, у меня второй жизнь. Давай попробуем с тобой решим. Не, ну ты прям.
Давай удачно оставаться. И что? Верни ската! Давай, Санечка, давай, давай. Удачи. Блять, ублюдок. Пешочком походишь, тебе полезно. У меня чел, нихера, он заряженный. А, он не заряжен, он убегает. Не добил. Чатик для вас, смотрите, ставлю три головы. Чатик для вас, ставлю три головы. Где скат? Ты чё его уничтожил? За это ты поплатишь своей жизнью. За жизнь ската ты поплатишься своей. Беги, беги. Я не знаю, как тебе нужно убежать, но тебе нужно прямо постараться, чтобы убежать. Обидно, что нету дробовика. Тебе? Обидно. Ну, дробовика прям очень обидно. Опять, ну все, на хаешках ебать пошел. Ты мне три головы дашь? Все? Ну, типа, я даже ничего не понял. Я тупо за секунду все пропало. Это был самый быстрый килл за всю мою жизнь. Это просто... Мне тупо три головы поставили. Я даже ничего не понял. По-моему, я все в тело дал. Как? Это просто по 90. А у меня брони не было? Вроде бы в моменте норм. Бро, у меня такое происходит, ты бы видел. Мне не особо так, знаешь. Интересно. Что ты мне в хер скажешь? Алло. Что ты мне в хер скажешь, маленький мой? Хер типа... Что ты мне в хер скажешь теперь? Что ты мне скажешь хер? Или у тебя язык в жопе теперь? Язык в жопе. Боже, язык. Не добил. Умею, ебаная, блядь. Завали свой рот, чмя тупая. Язык в жопе. Как жалко. Давай, язык в жопу. Ай, как это приятно было. Как же это было приятно. Ох, ты мразь, ты еще и куда ты умудряешься, да? Ладно, ты умер. Ты просто этого еще не знаешь. Такой ты злой. И тут чел, который тебя закрысил на вышке. Далеко, далеко ты. Ты очень далеко. Ты прикинь, что чел сделал? Да ну нахуй. А, вот ты, блядь. Что? Ах ты! Иди сюда! Да ты за Богором поехал, даже не смог тебе колесо пробить. Давай, давай, Вася, теряйся, теряйся, давай! Ну давай пофайтимся. Да кому ты нужен, блядь, своими файтами? Давай пофайтимся, Сань. Я уже все. Да как так? Потому что ты сосунок маленький. А я профессиональный гонщик. В курсе, мы немножко в другую игру играем. Вот я знаю дом, где ты мне отсосешь железный. Давай, прям поспорим с тобой. На 10 тысяч, давай. Только без хаи. Дом он знает, в котором я... Че, у тебя дробовик, что ли? Кого я вижу? Кто хаешку и... Сзади не у тебя. Он меня чуть не убил, я его рот просто... А ты прям знаешь, ты прям такой гений. Нормально. Что это было, бро? Я только что улетел за 10 километров! В смысле? Бро, сзади вазик! Так, блядь, их просто всех уйдешь. Погоди, ты улетел. Это баг, когда ты куда-то забираешься. Ты сказал без хаешек! А, так это не хаешь было. Ну хорошо, раз уж хаешками, хорошо. Хорошо. Я сам говорил, что без хаешек, а сам в итоге с хаешками. Да без, бро. И что ты мне за это сделаешь? Что ты за это сможешь мне сделать? Сзади еще Вася! Что ж такое, а? Задолбали. Мешают нам файтить с тобой. Не Вазик, блядь. Еще были кильчики. Ты пока сиди, я пойду кильчики себе пофармлю. Ты охуел, блядь. Ты даже мне спину не попадешь. Кстати, путем спустя две катки, у кого больше киллов, тот получает от другого 10 тысяч долларов. Это только что сейчас, да, придумал? Нет, мы договорились. 10 тысяч долларов у того, у кого больше будет киллов. Кто договаривал? Я не знаю, о чем ты, блядь. Ну да, у меня тоже. Ох, там крыша, типа. А, да. А кому я метки вообще даю, пиздец? Я его сейчас заберу. Как его забрать-то? Что за бред-то? А где он? Не знаю.
Дождь не бот? Блять! Здорово! А ты что, тоже решил сюда залезть? Спина! Бро, спина летит! Подожди! Ема, меня чуть не убили, бро. Как ты это поставил? Ты из кату он поставил? Он мне голову снес. Я не понял, с какого оружия. Я без каски остался. Что это было? Бро, почему ты пошел на них? Они же тебя сейчас убьют. Нет, я пошел лутать себе шлем. А, я тоже пошел туда. Вырубил? И жесткий пушинг пошел. Пошел жесткий пушинг. Еле вышел, боже, что за байт. Какой ты у меня умничка, молодец. Брок, тебе Вазик приехал опять? Да, почему они все едут Вазик на тебя и на Вазике, объясни мне. У меня только что приехал Вазик, прикинь, блядь. Что за мета? Я в ах, я даже не знаю, блядь. А ты сам где? На меня мой. Че, вообще, ебать. Насколько это было рядом? Это очень было рядом. Иди сюда, сука, ёбаная. Хер, задолбал ты, а, меня? Ты понимаешь, что ты там ДМР-ку, блядь, нашёл или МГ-шку? Ты пихни, его знаешь. Не хочу, желание ноль. Мрось! У меня були закончились. Мне ещё один. Блядь, да какое ты чё? Блядь. Я так сказал, что мне бесполезно хиляться, ты меня хаешкой взорвешь, поэтому просто улетел. И бинтуюсь теперь просто на ходу. Я все предусмотрел. Предусмотритель, блядь. На мне, крыша. Хера. А мы сейчас тебя... Понял? Стали с тобой снова вдвоем. Погнали. Блять, да иди ты на. Блять, меня всасывает. Ладно, давай на кулаках. Да не, ну ты мне нужен. Сань, ты не в зоне, а у меня есть кат. Иди нахер, дурачочек. Я даже не знаю, как ты перешел, блин. Ну что это такое, блин? Если ты меня так убьешь, я делитну свой YouTube. Это будет очень жестко, бро. Мне надо голову сюда, понимаешь? Ну, прям, ну ты прям такой, знаешь, обоссишь. Ты себе какие-то раскиды даешь, я не понимаю. Бро, скоро зона. Думаешь? Твою мать. Я успел просто в эту же секунду закилялся. Ну ты такой чем просто. Без хае, сука! Да без хае, блядь! Пошел нахуй, ублюдок. Ты че от зоны? Не надо от зоны! Ну если от зоны, ты че кончишь? Ну ты че конченый? Да почему ты от зоны? Без хае, сука, ублюдок! Ты че? Да, Unreal, нахуй, ты как чего, блядь, сделал нахуй? Почему ты не дал мне мувик на шорт сделать? Пошел нахуй. Вот такой вот видосик у нас вышел в конце нашего водного ивента. Скоро новое обновление. Ставь лайк, если хочешь увидеть в новом обновлении противостояние меня и Зонга друг против друга. Кнопку подписаться, если все еще не подписан. И телеграм-канал, там проходит сейчас розыгрыш на прокачку аккаунтов 50 тысяч UC. Обязательно переходи по ссылочке в описании в телеграм-канал и участвуй в розыгрыше на прокачку аккаунта. Спасибо за просмотр, пока, бро!